вышла новая российская комедия «Конец славы» известного режиссера Мариуса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли. Заявленный жанр картины – комедия, но по факту это мелодрама о ценностях и смыслах жизни. Это сделано для того, чтобы люди понимали, что есть разные грани юмора. Можно одновременно и посмеяться, и правильно расставить в жизни приоритеты, сказать кому-то, что любишь, перед кем-то извиниться, или сделать то, на что раньше не хватало времени. Также в картине затронута тема хайпа. Насколько вы готовы хайпануть даже ценой собственной жизни. Ну и главная мысль фильма – это то, что иногда приходится отказаться от себя старого ради обретения себя нового. Рекомендую к просмотру.